на канале Снежана Снежок. И сегодня у меня будет DIY, тема которого объемная цифра из салфеток. Для этого нам понадобятся салфетки, клей, ножницы, степлер. А сейчас я вам покажу, как сделать вот такой вот цветочек. Для этого берем три салфетки, делим пополам, а потом еще раз пополам. У нас получаются квадратики. Скрепливаем их степлером. Вырезаем из квадратика кружочек. И формируем цветочек, собирая верхний слой в серединку. И так надо проделать с каждым слоем. Расправим лепесточки. Смотрите, какой у меня красивый цветочек получился. Правда красивый? Мне он очень нравится. А вам? Напишите в комментариях, если вам понравился. Таких цветочков надо очень много, чтобы украсить вашу объемную цифру. Ого, сколько цветочков! Круто! Все мои! Красивые. Мое! Салют! Я рисую цифру 8, потому что моему брату исполняется 8 лет. Вот почему цветочки зеленые. Он очень любит зеленый цвет. Цифру надо потом вырезать. А цвет цветочков вы можете выбрать, какой вам захочется. Или лучше салатовеньким. Как красивее, салатовеньким или с темно-зелененьким? Или с этим? Мне больше нравится с темно-зеленым. А вам? Напишите в комментариях. Они такие красивые. О, давайте клеить уже.
у нас красивая цветочная восьмерка получилась. Я вырезала еще одну восьмерку. Надо теперь сделать боковинки и приклеить вторую восьмерочку, которую я вырезала, чтобы наша восьмерочка цветочная получилась объемная. Сейчас я вам покажу, как сделать вот такие вот боковинки. Для этого нам понадобится вырезать полосочки шириной 5 сантиметров и скрутить дудочку. Теперь полосочка стала очень гибкая, и она приобретет форму восьмерки. Теперь нашу боковинку нужно приклеить к восьмерке или на бумажный скотч, или на обычный клей. Я практически доклеила серединку. Мне еще остается боковинки проклеить. И восьмерочку сверху. Ну, недолго. Думаю. А у меня появилась очень крутая идея. Давайте мы из восьмерки сделаем пиньяту. Пиньята! 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 Как вам такая идейка? Боковинки мы приклеили. Теперь надо украсить их цветочками. Та-дам! Я обклеила боковинки и верхушку. И объемная цифра получилась и пиньята. А для пиньяты нам нужно много сладостей. Много сладостей. Я заполнила пиньяту, а все остальное мне я скушаю. Еще я приклеила ленточку, чтобы повесить пиньяту. Остается приклеить верхушку, и наша пиньята готова. Интересно, выдержит ли наша конструкция столько конфет или распадется? Скоро узнаем. Пошлите скорее ее тестировать! Мы повесили нашу пиньяту, объемную восьмерку. Давайте начинать ее бить. Сейчас будем решать, кто будет первым. Давай. Юзефа. Саша. Давай швидко треба. Юзефа. Yes. Я первая. Теперь мне нужно завязать глаза. Теперь Саша на очередь, завяжу тебе глаза. Закрывай очи. Саша, назад! Да, ой! Не-не-не! Давай! Да, давай! Убирай нос! Саша! Назад, Саша, назад. Саша, упорядь. Назад, стой. Вверх. Вверх.
Саша, бей. Саша, назад. Так. Давай. Не, Саша, куда ты? Иди до мене, Саша. Отойди, Саша, отойди. Иди сюда. Опа, все, стоп. Саша, все. Стоп. Теперь Снежана на очередь. Саша, ще. Ні, назад. Так, ще на вперед. Ближче. Ближче. Ну ти Саша, давай, давай. Он сказав, що зараз по ноге попадет. А ви хочете попробувати ударити? Я там можу. Снежан, давай дадим мальчикам ударить. Давай. Давай, Влад. Давай, заберет ими Владик. Меня зовут Влад, у меня есть канал на YouTube, я Влад Интересный, подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии. К нам присоединился Влад! Завязываем. Видишь, чего? Страшно? Давайте я его раскручу, потому что он убивает всех. Нормально? Не видно? Не, не спадет. Снежана, выше нужно завязать узел, а то он спадет. Готов? Нормально? Отойди, отходи. Он бешеный. Отходи и ты. Все, можешь махать. Почти, почти прям над ней. Вот. О, все. Тормози. Да не, пусть полыхал. Не полыхает. Хочешь попробовать? А ты будешь? Я да. На, ладно, только сильно. Он не видит. Саша, иди сюда. Отойди, Снежана. Лучше уходите по сторонам. Отходи. Ну, Влад. Мальчик, отойди. Завязал? Да. Раскручивай. Ты на два? Подожди. Тебе скажут, когда можно, когда ты все уйдут. Ты что, так уже... Угу. Так, чтобы не разрывать. Отходи, Влад. Влад, отходи. Все. Влад, отойди дальше. Цветы поразваливали. Вот, раз и два. Прицеливайся. С закрытыми глазами плохо получается. Я попробую с открытыми. Влад. Давай лучше не повесить, она ж приклеит. Сама ты не мог! Саша сильный, сильно оказался! Восьмерку! Наша пиньята немного разорвалась. Ну что, давайте добивать ее! Я! Не разбилась? А можно я? Вот это да. Со всей пить? Таня, дай я сначала. Давай. В пределах, Раня. Остановки ты пьешь. Останови, наверное, ее сначала. Сейчас. Пей так вот. Блин, да хочется ее с Сашей добить. Не сильно. Я хочу просто... А теперь, Влад, дай сюда. Отойди, Влад. Чтобы лицо не... Сейчас, короче, будут добивания восьмерки. Всех конкидишек, которые там были. Салюты! Прям на меня. Отойди. Ой, восьмерочка, что же с тобой случилось? Можно я ее добью? Можно? Снежан, дай Саше. На. Саша, на! Да, ну, готовый? Я! Саша сильный! Убережный! Я! Саша, стой! А ну! Идей!
Что осталось от нашей восьмерочки? А кому понравилось это видео? Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока. Ай. Разбираем конфеты.